7 марта – последний день Илисушкиного четырехлетия. Это подарок тебе. Смотри, это подарок тебе от нас с папой. Это подарок тебе от Максика. А это подарок от бабушки Джеки. Ой. Что там? Что же это такое? Как ты думаешь, что? Мальчик с короной. Точно, совершенно верно. Точно. Ну, открывай. Ну, можешь открыть, открывай. Ну-ка, смотри. Ну-ка, смотри. Максичек, кукусин, кукуськин. А это что такое? Волшебная палочка. Ой, какая красивая. Сердечком? Платье. Ой, а ну-ка, смотри. Какого же оно цвета? Ой, это что, платье принцессы? Да. Ой, ну это просто платье настоящая принцесса. Какого же оно цвета, Илисушка? Фиолетовое и розовое. Это что, как ты просила? Фиолетовое и розовое? Да. С ума сойти, вот это да. И там еще корона. Еще и корона. Ой. Вот это да! Вот это да! Так, это тебе платье от нас с папой. Так, а это от Максика тебе платье. Это Максик тебе подарил платье. Ой, Максик, это ты, Илисушке, такое платье красивое купил? Вот это да! Вот это да, Максюхин! Вот это да! А ну-ка, смотри. Ой. Ой, вот такое сиреневое платье. Цветочек. Тебе нравится, моя радость? Да. Вот это да. Ой, а это тебе от бабушки Джеки. Ой, а что же там может быть? Ой, да просто с ума сойти, сколько подарков. Это просто сойти с ума, да, Максик? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Вот это да. Вот это красота. Какое же платье Лисушка будет на день рождения одевать, интересно. Ух ты! А что же здесь? А что же здесь? Интересно. О, что это такое? Да что? Юбочка. Ой, там, ой, какая красивая. Там что, волшебная палочка тоже со звездой? Вот. Ой, ну ты просто фея. Смотри, веночек там. Ой, красота, красота. Ну, конечно, открывай. Конечно. Ой, как красиво. Ой, блестяще. Ой, ну сколько всего красивого. Ой, какой веночек красивый. Красота. Ну ты просто, ой, просто как из бременских музыкантов, моя радость. Так, обалдеть. Обалдеть. И вот такая волшебная палочка со звездочкой. Ух ты, такая мягкая она, да? Вот такая звезда мягкая, да? Ух ты, класс. Супер. Ну что там, что-то еще бабушка Джеки подарила? Или это все? Ну-ка, посмотри, все достала ты? Там только бумага, да? Все достала? Ну, молодец. Ну что, ты хочешь что-то померить? Ой, ой, что Илисушка придумал? Где же Илисушка, Максик? А где вода? Ой, а вот она. Ну, а что? Ну, давай. Что, какое же ты первое платье померяешь, Илисушка? Какое же ты первое платье померяешь? А, Максисик, she wants to change.